12 сентября православные волгоградцы вспоминают святого благоверного великого князя Александра Невского. В эту дату состоялось перенесение его мощей. Для города-героя этот праздник особенно важен. В честь святого назван главный кафедральный собор. Сегодня в храм приехали многие верующие. Вокруг собора прошел крестный ход. Напомним, Александро-Невский собор открылся 2 года назад. Тогда отмечали 800-летие со дня рождения святого. Восстановление шло на народные пожертвования. Освятил храм святейший патриарх московский всей Руси Кирилл. В этом году на праздновании Дня города Волгоградский краеведческий музей презентовал выставку об истории собора и его восстановлении.